Доброе утро, моя любимая страна. Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром. Сегодня хорошее утро у вас, у ваших близких и, конечно же, у ваших питомцев. Наша сегодняшняя история о Боне. Боня – представитель породы чау-чау. К нам он приехал с травмой конечности. И наша задача сегодня – осмотреть, сделать всевозможные исследования и оказать направленную помощь. Поэтому смотрите, продолжение следует. Так, доброе утро всем! Сегодня у нас вот такой вот представитель редкой, мощной, красивой породы с синим языком. Порода какая у нас? Чау-чау. Чау-чау. Кто не знает, запишите. Вот такой вот красавец. К нам сегодня он пришел на плановый осмотр. У него есть определенная хромота в задней конечности. Особенность осмотра таких пород заключается в том, что нужно сначала седировать, сделать укольчик, расслабить, успокоить. Вот ножку покажем, не ставит, а только потом осматривать. Поэтому продолжение нашей истории следует. Боня готовится к рентгену. Сейчас сделаем все необходимое и узнаем, какая же все-таки у него травма. Наш окончательный диагноз у Бони – разрыв ахиллового сухожилия, которое находится вот в этой конечности, и на рентгеновском снимке есть характерное подтверждение. С учетом того, что травме более 2 недель, хирургическую помощь мы оказать не можем. И далее будет назначена терапевтическая помощь, которая даст возможность Бони в дальнейшем комфортно жить и практически не хромать. Спасибо большое вам за просмотр наших историй. Будьте здоровы вы, ваши близкие и, конечно же, ваши питомцы. Всех благ и хорошего дня!